Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, не подписчики, праздно заглянувшие и все те, кто будет смотреть это видео. Если вы его смотрите, это означает только одно, что сейчас будет сделано одно небольшое объявление. Ближайший выпуск, продолжение верблюжьей истории про 88-й год, он будет последним на Ютубе. Больше ни одного выпуска на Ютуб не ляжет. Все переносится на другую платформу, где есть мой канал. Она называется Рутуб. Канал там «Верблюжья история». По описанию ссылочка. Можете перейти и посмотреть на все вот это. Вот. Как там, что, зачем и почему. В общем, как-то так. Что будет с влоговой частью, простите, я тоже не могу сказать. Возможно, она также будет туда перенесена. Что даже невозможно, а с вероятностью 95%. 5% оставим во всякую херню. Какие причины переноса? Ну, причины очень просты и неказисты. Это политика Ютуба, когда куда-то исчезают просмотры. На все запросы администрация платформы многозначительно молчит, и, в общем-то, мне как бы оно и нахрен не надо. Молчите, молчите, мне все равно. Так что, если вы хотите оставаться дальше со мной, добро пожаловать на Рутуб, подписывайтесь на меня там и смотрите видео там. Как-то вот так вот. Ну, а кто не хочет, тот не хочет. Здесь никто никого не неволит, не заставляет ходить строем и пить нарзан. Такая вот ситуация, друзья мои. С вами был Кэмэл. Всего вам самого хорошего.